Грамотное распределение режима работы и отдыха позволяет современному человеку добиться поставленных задач и узнать окружающий мир еще больше. А театр и музыка – это именно то, что, несомненно, отвлечет любого человека от рутинных дел. Так, в киноконцертном зале «Панорама» 15 и 16 октября пройдут моноспектакль и концерт Александра Маршала. Об этом рассказывает наш корреспондент. 15 октября в киноконцертном зале «Панорама» пройдет моноспектакль Олега Попова «Сергей Есенин. Мой путь». Возрастная категория 12+. Это правдивая история о жизни и смерти поэта, рассказанная им самим. Вместе с поэтом зритель попробует разобраться в сложной истории нашей страны начала 20 века, вместе художника, гения в этой истории и вместе самой России в мире и душе гражданина. Сам главный герой в этом спектакле, ну и, собственно говоря, вот Олег Попов, мы его знаем по большому количеству ярких сериалов. И я знаю, что в Твери уже есть поклонники этого актера. Он уже приезжал к нам в мае, представлял тоже литературное произведение. А 16 октября на сцене «Панорамы» выступит Александр Маршал со своей новой программой «Мысли вслух». Возрастная категория 6+. На концерте вы сможете насладиться живым исполнением, качественной музыкой и истинной душевностью. А приобрести билет на моноспектакль или концерт Александра Маршала вы сможете онлайн на официальном сайте «Панорама», либо же в бизнес-центре «Тверь» на кассе.